Цей тиждень не пленарний, тож народний депутат України Олександр Жолобецький знаходиться в Миколаєві, намагаючись приділити якомога більше уваги об'їзду центрального району та разом з головою адміністрації Олександром Березою проінспектувати виконані тут роботи. Перша локація – проспект Центральний, 139. Адміністрація виступала заказчиком виконання цих робіт. Ці роботи були проведені за счет средств із міського бюджету. Виконувалися вони під техническим надзором, в общем, постоянными выездами на объект в течение производства работ. В процессе выполнения работ здесь как бы вообще вот как бы разрыли, зашел трактор, экскаватор и все, в общем, здесь выгреб, все старое. И вот теперь вы видите, что здесь как бы и новый бордюр, и новое асфальтовое покрытие. Далі, за рахунок співфінансування, тут планують встановити нові вікна у під'їздах. Основна сума надійде з державного бюджету та невелика частина – з міського. За словами Олександра Жолобецького, будинок вже включений в державну субвенцію. На початку наступного року, коли дозволять погодні умови, буде повністю засклений. По закону при софінансуванні 3% – це мізерна сума, але по закону по-другому не можна, яка буде ізрасходована із міського бюджету. Тобто основна сума піде з державного бюджету по субвенції соціально-економічної. В під'їздах будинку по вулиці Чкалова, 112, цьогоріч вже встановили нові вікна за рахунок субвенції. Уже я уверен, що в этом домі гораздо теплее, наверное, когда люди идут к себе домой именно в подъездах. Если брать новые окна, то это сделано за счет субвенции, которую мне удалось направить с государственного бюджета именно на город Николаев, в частности на центральный район. Поверьте мне, что легко деньги никогда не даются. Поэтому, если сказать просто одним словом обращаюсь, это будет неправда, это добиваюсь, хожу. Біля цього будинку також привели до ладу внутрішньодворовий проїзд. На проведення робіт витрачені кошти з міського бюджету. Когда подрядчик заканчивал работы, то всем домам подряд был вручен торт, то есть люди были безумно рады. Сделали достаточно быстро, оперативно, полностью заменено асфальтовое покрытие, бордюрный камень. Работы принимал технический надзор, то есть контролировалось поэтапно и то есть в процессе выполнения, поэтому, в общем-то, результат мы все видим, жители тоже довольны. Кроме, скажем так, контроля депутата народного, есть еще четкий и постоянный контроль депутата городского совета Татьяны Викторовны Казаковой, которая очень сильно тоже переживает за свой округ. В принципе, этот объект был включен по ее настоятельному, скажем так, просьбе, непосредственному участию, то есть она принимала непосредственное участие в том, чтобы все-таки этот объект получил финансирование. Гарне покриття також з'явилося на вулиці Першій Екіпажній. Об'єкт особливо важливий, враховуючи те, що поряд знаходиться школа. У нас уже в прошлом году за счет государственной субвенции была сделана вот эта улица 5-я военная, и мы на сегодняшний день их сомкнули. Были по этому объекту небольшие, скажем так, не то чтобы прения, вот если там дальше посмотреть, там стоит школьный автобус, и раньше он, то есть он подъезжал и вот парковался вот как раз здесь на бордюре, как бы, поэтому сразу вот было у жителей, у руководства школы о том, что вот не нужно нам здесь бордюр. Объяснил и проектант, почему как бы принял такое решение, потому что получается, когда уже дорога в асфальте и в бордюре, то есть вода идет оттуда, вода идет с этого направления, если не будет здесь бортового камня, она вся пойдет в школу и будет постоянно топить, ну вот снега, таяние, дожди будет топить. Я думаю, что в следующем году приложим максимум усилий, чтобы продолжить как бы капитально ремонтировать эту улицу. Тішить око и проезд по улице 9-й Воєнній. Це один из великих проектов администрации. Цьогоріч. Много лет, наверное, десятки лет, проезжая по второй экипажной, поворачивали налево туда, в сторону пожарной части в ракетной, там была дорога, а здесь дороги вообще не было, здесь было все разбито. Выполнили работы, в общем-то, ну, скажем так, не в сжатые сроки, но согласно графиков, то есть и асфальт, бордюрный камень. Прилагал усилия к тому, чтобы эта дорога была, и депутат городского совета Елена Васильевна Киселева, она лично выезжала на объект и даже руководила строительной техникой и строительным процессом, за что, в общем-то, огромное ей спасибо. Как только здесь появился асфальт, вот я проезжая, видел детей на роликах, то есть вот они из близлежащих домов уже имели возможность здесь просто кататься.
скажем так, из насущных проблем жители еще вот просят очень сильно пешеходный тротуар вдоль домов, потому что дорога есть, а вот нужен еще тротуар. Ну, я думаю, что это вопрос уже как минимум следующего года. Будем виносити, будемо смотреть. Побаченим Олександр Береза та Олександр Жолобецький в цілому залишилися задоволеними. Інспекція показала, що наразі зауважень та претензій до об'єктів немає. Каріна Новікова, Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.